Мимишность прям зашкаливает. Друг за другом ухаживают. Обрабатывают перья там, где сами достать не могут. Вот такая вот у них взаимность. Довольно-таки редкие кадры. Не каждый день такое встретишь. И тем более обычно все это дело происходит в гнезде, где человеческий взор не увидит данные действия. А у нас есть такая возможность увидеть.